Всем привет, дорогие друзья! Касаемо Терры Классика, у нас сейчас затишье. Затишье перед бурей. Почему сейчас выкупаются все монеты хомяков? И при чем здесь Binance? Сегодня я вам расскажу. А перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо Терры Классика, сейчас идет реаккумуляция. Лично я перенабираю вместе с китами. Во время того, как хомяки закрывают свои позиции, мы набираем. Насколько вы помните, мы продавали на данных отметках. Сейчас мы набираем монеты в разы дешевле. Лично я начал покупать, потому что увидел активность китов. Увидел активность Binance. На данном этапе Binance увеличивает свои позиции. И, кстати, именно Binance и вызвал данную просадку, ударив по значимым уровням. Данную монету необходимо было скорректировать и впитать ликвидность хомяков. Толпа покупала на хаях, допуская самую грубую ошибку. Касаемо биткоина, сейчас тоже просадка. То настроение, которое мы наблюдаем с вами здесь, не вынуждает хомяков покупать. Как только мы немного провалились, хомяки начали закрывать свои позиции. Слабые руки сейчас выбриваются. Хомяки на ракете не нужны. Касаемо битка, все только начинается. Мы находимся в середине цикла. И это все необходимо учитывать. Касаемо Терры Классика, сейчас я набираю. И вам рекомендую делать то же самое. Но учитывайте, что покупать необходимо постепенно. Только правильное усреднение покажет позитивную динамику. Биток мы тоже набирали постепенно и сняли сливки. Касаемо Терры Классика, сейчас идет набор от китов. Такая ситуация у нас была здесь, касаемо битка, когда мы с вами набирали. И кстати, биток тогда стоил не 40 тысяч, а всего лишь 16. На данном этапе я набираю правильную альту, которая себя еще не показала, которая находится примерно где-то здесь, которая даже данные импульсы не рисовала. Делаю я это потому, что альткоин сезона еще не было. Да, дорогие друзья, альтсезон начнется только после того, как биток покажет себя. А биток находится в середине цикла прямо сейчас. Мы не видели, чтобы биток переписал АТХ. Мы не видели, чтобы биток установил новый АТХ. А это значит, что капитализация еще не потекла в альту. Да, только после того, как биток покажет пики, капитализация потечет во льту. Именно здесь будет финальная загонка хомяков. Поэтому, касаемо битка, я жду именно такую ситуацию. История не повторяется, но рифмуется. Психология рынка совершенно не меняется. Как люди ошибались раньше, так будут ошибаться и сейчас. Потому что работает стадный инстинкт. Потому что эмоции правят людьми. Люди не намерены разбираться. Люди намерены забрать халяву. И именно на это их ловят. Именно поэтому они и теряют. Перед тем, как сюда лезть, нужно все досконально изучить. Необходимо четко понимать, что вы набираете. И необходимо четко понимать, зачем вы это делаете. На данном этапе Терру Classic я набираю только потому, что киты это делают. Постепенно я буду тянуть среднюю цену вниз. Набираю я не только Терру Classic. Покупаю я кучу различной альты, которая себя еще не показала, которая находится примерно где-то здесь. Если вы имеете желание покупать вместе со мной, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. Все своевременные покупки и продажи выходят именно здесь. Если вы имеете желание покупать вместе со мной, то присоединяйтесь в закрытое комьюнити. Именно здесь выходят своевременные сигналы. Как только я что-то покупаю, я сразу отписываю это здесь. Как только я что-то продаю, я сразу оповещаю участников закрытого клуба. Если вы имеете желание полностью обучиться, получить 4 закрытых курса и с набором правильных инструментов двигаться вместе со мной и с моей командой,
то присоединяйтесь. Ссылка есть в описании. На данном этапе доступ оплачивается только один раз. И сейчас действует скидка. Все те люди, которые зайдут прямо сейчас, зайдут дешевле, чем остальные, и останутся здесь навсегда. Касаемо рынка, людей ловят на халяве. Новости публикуются для идиотов. Здравые люди понимают, что новости уже заложены в цену. И если новость вышла в массы, то она уже отработана. Я не вижу смысла разбирать новости постоянно. Это делают только фанатики. Хомяки верят новостям. Именно поэтому новости вообще и пишутся. Именно поэтому блогеры их обозревают. Но на самом деле вся истина в ончейне. Вся истина внутри. Снаружи истины нет. В новостях вам не напишут, когда необходимо набирать. В новостях вам не напишут, когда необходимо продавать. Новости – это инструмент манипуляции. Новости давят на эмоции. И люди совершают нерациональные поступки. Действуют не с холодной головой. Допускают самые банальные ошибки. И цель манипулятора исполняется. Поэтому новости как печатали, так будут печатать и дальше. Наша цель – искать истину. Наша цель – анализировать валеты китов и поступать так, как поступают они, набирая монеты на страхе. Как всегда, делают это манипуляторы. Касаемо Терри Классика, есть предпосылки для роста. Монет становится все меньше, меньше и меньше. И на бычке все это разгонят до небес. Новости будут форсить данное сжигание. И хомяки с удовольствием будут покупать у нас монеты, которые будут стоить в разы дороже. Не идите за толпой, идите за манипуляторами. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья.